В мэрии Махачкалы обсудили подготовку к Курбан-байраму. Совещание проходило под руководством градоначальника. На встрече говорили об уборке с использованием спецтехники, прилегающих к выбранным площадкам территорий, и о вывозе твердых бытовых отходов, о бесперебойном электроснабжении и подводе необходимых коммуникаций к местам проведения праздничных мероприятий, обеспечении безопасности в местах массового скопления горожан, регулировании транспортных потоков и организации парковочных площадок. С учетом обстоятельств, связанных с пандемией, заместитель муфтии Ахмад Кахаев также отметил, что желающие провести обряд дистанционно могут воспользоваться соответствующей услугой от благотворительного фонда «Инсан» и отдельных медресе. В этом году у нас в двух местах уже обеспечена территория, где пройдет жертвоприношение Курбана. Последние несколько месяцев мы сами замечаем, что ситуация в республике улучшается и иногда ухудшается. Поэтому мы должны принимать все необходимые меры, которые нам предлагает и рекомендует Роспотребнадзор. И поэтому вопросы, связанные с Курбаном, Курбан-байрамом и жертвоприношением, мы стараемся делать в таком формате, чтобы люди более безопасно.